Всем привет, маленькие проказники! Я принцесса из замечательной страны, и в моем царстве живет очень много животных. Давайте я буду вам показывать животного, а вы попробуйте его откатать. Согласны, детишки? Итак, начнем. Поход по зоопарку. Я совсем забыла, как называется это животное. Такое милое, пятнистое, с длинной шеей. Как вы думаете, кто это? Чему хороший? Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Жираф. Я ем травку. А шея у меня длинная, потому что мне надо доставать до больших-больших веток и кушать их. И вправду, как я сама не догадалась, это же точно жираф. Такой красивый, такой большой, с хоботом. Да с рожками, а не татарушки. А это зубки такие длинные. Это пивни. Белые. Привет, дружок, а тебя как зовут? И что ты делаешь своим хоботом? Расскажи нам и друзьям. Вы же хотите узнать? Ну, вообще-то я слон. Да, хобот у меня длинный, потому что я им умываюсь, на себя воду поливаю. А на водопое я провожу очень много времени. Мне нравится купаться. Все, спасибо, дети. Замечательно, да? Мы узнали слона и жирафа. Пойдемте следующего животного. Они вроде бы опасные, да? Давайте спросим, кто. Здравствуйте, я ваша принцесса, и все такие дела. А как вас зовут? Да что это такое? Как вас зовут? Вы семья? Вы что-то похожи на киску. Это не киски. Они похожи. Скажите нам о себе немножко. Дети хотят знать. Я отойду. Я тигр. Полосатый киска. Просто большущая киска. А я лев. Гривастый королевский лев. Извини, друг. Ничего страшного. Меня обычно называют царь зверей. Я лев, царь зверей и джунглей. И весь этот зоопарк подчиняется мне. Я тебе не подчиняюсь. Ну, я же царь. И что, я тебя не боюсь. Ну, ладно, потом выясним наши отношения, хорошо? Ладно, пойдем дальше. Пойдем. Я царь зверей. Меня все боятся. Все равно последнее слово за мной. Я царь. О, какие они страшные. Я даже боялась брать у них интервью. Ладно, пойдемте к менее безопасным животным. Да? Пойдем. Может, вы знаете, кто это? Давайте спросим. Здравствуйте! А как вас зовут и чем вы занимаетесь? Я горный козел. Я прыгаю по скалам, по горам, по всем делам, по делам, по тудам-сюдам. Ну, в общем, ем траву и скачу. Вот это да! Занимательная история у него оказывается. Он любит есть и прыгать, и все. И больше он ничем не занимается, представляете? Дети-то кто такой? На дереве. Давайте спросим. Молодой человек. Я хорошо выгляжу. Молодой человек. Здравствуйте, расскажите себе. Всем привет, я макак. Шимпанзе или горилл, неважно, обезьяна. И я не молодой человек, я обезьяна, да, я животное. И не путайте меня с человеком, я очень красивый. А я человек, он лысый какой-то, без шерсти, без всего. А я очень красивый и черный. У-ху-ху-ха. И вообще человек не умеет так лазить деревьям, как я. Все, у меня все, всем пока. Вот это да, я тоже хочу быть шимпанзе. Ну, шерсть на моем лице мне бы не так бы красиво смотрелась бы я, да? А я ведь принцесса, я должна красиво выглядеть. Да? Такой большой. Сейчас спросим кто-то. Здравствуйте, а вас как зовут и почему такой большой? Я медведь. Я... Рымешка, я... Вообще-то про меня песни много слагают, легенд. И я здесь от зверей.
Это что за дела? Я не царь зверей. Ладно, ладно, что ты, не вини. Я царь зверей здесь, да, я самый большой и великий животное. Тайги, леса и все такое. Я шишки собираю, в карман кладу, и мне шишка упала по лбу, и я рассержился, и я лес поломал. Да, вот так вот. Но я добрый мишка, да, я люблю Машу, и смотрю мультики «Маша и медведь», да, и вообще, ладно, я уже много сказал, все, проходите, да. Я тоже люблю смотреть мультики «Маша и медведь», да, ну ладно, пойдемте дальше, кто тут у нас здесь? Что это такое, почему она валяется, и какая-то елка зеленая, непонятная, давайте спросим. Здравствуйте, а вы кто, на коняшку похожи, да, кто вы, расскажите о себе детям, да. Зеленая, потому... Ой, зеленая была. Да, была, но я ее перекрасила в розовый цвет, как я. Смотрите, как смотрится она красиво со мной. Да, я могу прыгать, скакать на ней, на хвосте, на ногах. И вообще... Упала. Ну, ничего страшного, детишки. Ну, про себя я ничего не могу сказать. Я из мультика, да. Я вообще-то здесь пролетом, не проездом, или про поездом. Ну, в общем, или автобусом, или чем-то я здесь мимо проезжала, да. Здорово было, да, ходить по зоопарку? Мы вспомнили столько новых животных, и вы мне помогли их всех узнать. Давайте вспомним всех. Давайте, пойдем по порядку. Кто такой полосатый с длинной шеей? Правильно, это жираф. А кто такой с длинным хоботом? А это слон. А это два брата, Кинки. Это тигр и лев, вроде бы царь зверей. А это кто рогатый такой? Скочит и кушает только и все, а и ничем больше не занимается. А это красивая обезьяна. Очень красивая волосатая обезьяна. А вот еще один вроде царь зверей. Михаил Потапыч. Простонародье Мишка. Так, Пинки Пай.